Донские аграрии завершают осенние полевые работы. Уже обработано 200 тысяч гектаров позднезерновых. Это 85% от уборочных площадей Ростовской области. Это данные областного Минсельхозпрода. Собрали 290 тысяч тонн проса, кукурузы и риса. Причем урожайность последнего выше, чем в прошлом году – 48 центнеров с гектаром. Кроме того, сельхозработники убрали половину свекольных полей. По предварительным подсчетам, в этом году урожай корнеплода превысит 500 000 тонн. Подозимая площадь увеличили, будет засеяно почти 2,5 миллиона гектаров. По прогнозам министерства, аграрии должны успеть завершить уборку до наступления морозов. И несмотря на сложные погодные условия, посеять озимые в кратчайшие сроки.